В Октябрьском завершилось обустройство тротуара в районе строящейся поликлиники. Объект дорожной инфраструктуры ведет к разноуровневому пешеходному переходу, который возвели над недавно открытым участком трассы М5 «Урал». Работа проведена по многочисленным просьбам жителей поселка. По поручению главы городского округа Люберцы подрядная организация справилась со своей задачей в сжатые сроки. Был обустроен тротуар в связи со строительством больницы на 500 посещений в день, которая имеет очень большую социальную важность. Тротуар имеет площадь 424 метра квадратных, площадь 212 метров протяженных. Работы были буквально недавно проведены и сделано было в кратчайшие сроки. Буквально за неделю мы выполнили данное строительство.